Я проснулась сегодня пораньше, время 5:30. Лежала-лежала и вспомнила, что у меня куча дел. Куча дел надо делать. Я решила встать уже. Ну, вроде бы как выспалась, да? Чайничек поставила. Так, надо умыться. Где моя зубная паста, щетка? Короче говоря, сейчас умоюсь, покажусь вам. Так, ну все, вроде бы умылись, кремушком намазались. Все, погнали чай, кофе пить. Кофе пью, кстати, только растворимый. Вот, кстати, у меня сейчас вот этот вот сахарозаменитель сейчас немножко другой. Но это мне это, сестричка мне подогнала, она говорит, он ей что-то не понравился, не подошел, а мне подошел, понравился. Девочки, знаете, как я кофе наливаю? Ну, у меня растворимый. Потому что вот эти сахарозаменители в кипяток нельзя, в холодной воде они растворяются долго. Поэтому я беру, сначала наливаю, вот у меня чайник только закипел. Я наливаю немножко водички такой, ну, уже кипяченой, только остывшей. А потом уже мешаю с горячей водой. Ну, чтобы она была горячая, но не кипяток. И потом уже можно добавить туда таблеточку. Видите, как он растворяется, сахарозаменитель. Не так-то быстро и растворяется. Но он в кипятке растворяется быстро, но тогда он какой-то не очень сладкий получается. Вот, ну и все. И сейчас ложечку кофе добавим, и все, сядем кофе пить. Всем доброго утречка, девочки мои. Я проснулась. Проснулась с утра пораньше. Сейчас кофе попью и проснусь окончательно. Кстати, классный халатик у меня вот этот вот. Проснулась, вылезла из-под одеялка и в халатик запрыгнула сразу. Раз, запахнула и пошла умываться. Ой, у меня просто сегодня очень много дел, поэтому я решила уже встать. Ну, я проснулась, вспомнила про свои дела и сразу встала и давай уже, ни свет, ни заря. Ну ничего, я поспала с 12 часов, нормально, с 11:30 даже уснула. Я вчера вечером вспомнила, что у меня сегодня стрижка. Я сначала думаю, ой, утром встану, смонтирую видео, потом делать мне нечего, вечером только забираю Настю из детского садика. А потом я вдруг вспомнила, что завтра ж, думаю, пятница, я же записалась на стрижку на 12 часов. И мне нужно успеть смонтировать видео до 12, потом на стрижку надо сбегать, что-то там еще я там писала себе. Фаверлик еще надо вам снять. О, покажу вам сейчас, что я там много вкусненького заказала себе. Ох, и подарочек, кстати. Ну, покажу сейчас. Сейчас раскачаюсь и покажу. Или смонтирую, потом покажу. Так, вроде больше там особо таких крупных дел не написано. Я вчера прямо села, пока вчера вечером телевизор смотрела, взяла бумажку, написала, что мне надо сделать на пятницу, на субботу, на воскресенье к дочке еду. В общем, короче говоря, круто закручен сюжет, все, беготня, уже осталось меньше недели до Нового года, уже остались считанные дни, девочки. И прямо уже хочется все быстрее сделать, все успеть до Нового года, чтобы все уже хвосты подобрать, подмести, чтобы спокойно Новый год уже встречать, да, уже так с белого, с чистого листа. Ой, новый год, новые планы, в общем, все. Хочется уже все видео тоже позакончить, до Нового года выложить, чтобы уже спокойно, как говорится, встречать Новый год. Потом уже буду думать, что там готовить, еще не думала. Но надо с дочкой еще посоветоваться, что мы там вместе с ней решим. Но сейчас пью кофе, раскачиваюсь, девочки. А, кстати говоря, о стрижке. Я когда сняла вот это видео с этим, с макияжем, ну, у меня тогда чисто вот вымыта только была голова. Я уложила, и все у меня как-то так легло хорошо, все хорошо. Ну, оно как бы вот так вот, да. Но сейчас вот эта вот лишняя пышность появилась. Во-первых, челка в глаза уже лезет. Ну, и сзади вот это надо немножко подобрать. В общем, короче, я так сильно стричься не буду, но просто немножко надо все это освежить. Освежить и чуть-чуть вот это вот
пышность убрать. В общем, короче, в любом случае я подстригусь, но не переживайте, глобально не буду ничего менять, просто чуть-чуть все это освежу, немножко лишнее уберу, вот и все. Пока кофе пила, думаю, чуть тянуть резину, покажу я вам сейчас сразу же Фаберлик. Чашечку уже выпила, пока сейчас Фаберлик покажу, потом еще одну чашечку выпью и пойду монтировать видео. Я там заказала подарок сыну, сына день рождения 9 января, но так как у меня Фаберлик этот уже до 9 больше заказывать заказов не буду, поэтому заказала уже ему сразу заранее подарочек, сейчас покажу вам, что ему подарю. И вкусняшки там еще заказала всякие разные. Давайте посмотрим вместе, что же там такое интересное. Хочу попробовать. Ну вот я такой наборчик ему заказала. Смотрите, сначала я вам покажу. Ну это все с одной серии. Это вот шампунь и гель для душа с кислородным комплексом. Такой вот мужской. Кислородная пена для комфортного бритья для всех типов кожи подходит. Бальзам после бритья успокаивающий для чувствительной кожи. И вот такой вот дезодорант спрей парфюмированный. Ну вот это все с одной серии. Кстати, дезодорант я пшикнула, сейчас попробовала. Очень такой приятный запах, свежести запах. Мужской такой, знаете, классный. Ну и вот такой вот пакетик. Все это сейчас сюда сложу. И уже подарок будет у меня готов. Ну вот, все как раз в этот пакетик хорошо поместилось. Вот такой вот подарочек. Класс, класс. Поехали дальше. Еще я вам покажу то, что у нас несъедобное. Я заказала это мыло для кухни, устраняющее запахи с цитровым ароматом. Оно прямо очень приятно пахнет. Я взяла их два. Одно себе, а другое я сыну отдам. Это вот так на подарочек. Дальше заказала пена для ванны. Это вот для Денечки. Он любит в ванной в пене сидеть. Дочка иногда забывает заказать пену. Ну вот бабушка не забыла. Заказала себе этот бальзам для волос. Шампунь у меня есть, а бальзам уже закончился. И вот такой бальзамчик. Я всегда заказываю шампунь и бальзам Ботаника. Мне нравится. Еще заказала вот такой гель-спрей для полости рта. И заказала две штуки. Один себе, другой сыну. Он как-то просил. И вот я решила заказать. Потому что много из этих вот продуктов, они такие вот по акции сейчас идут. И вот такой вот я взяла. Надо его попробовать сейчас. Свежее дыхание написано. Вкус мяты. Освежает, правда, полость рта. Ну вот такой еще подарочек будет. Ну вот мы добрались до вкусняшек. Заказала я вот такие шоколадки. Вот эти две шоколадки одинаковые. Вообще они там есть разные, но дочка заказывала разные. Из них, из тех, больше всего мне понравился темный шоколад с апельсином и какао-бобами. 15 килокалорий в кусочке. 5 суперфудов. Мака, гуарана, годжи, лен, белые семена чиа. Он, короче, вкусный такой, знаете, и вот классный. Ну, вот один я взяла себе шоколадку, одну себе, а другую на подарочек. И еще взяла вот такой вот шоколад попробовать. Горький шоколад на меду с апельсином, имбирем и лукумой. И тоже вот такой полезненький. Надо его попробовать. Вот такой я не помню, пробовала я у дочки или нет. Ну, в общем, надо будет попробовать. Заказала, девочки, еще батончики. Вот такие батончики с прошлого заказа мне понравились больше всего. Шоколад, фундук, гуарана. Самые вкусные. Вот я их заказала еще раз. Тут 3 штучки в упаковке. А вот эти вот батончики я заказала первый раз. Вот это вот банан, мюсли, банан, амарат. Мюсли, банан, амарат. Злаковый батончик с пребиотиками, клетчаткой, суперфудами. 110 килокалорий в батончике в целом. Ну, это немного, мне кажется. Без ГМО, без пальмового масла, без ничего. Тут в упаковке их 4 штучки. Что тут еще написано интересного? Олигофруктоза, семена амарата. Так, откроем.
Вот так выглядит батончик. Ну-ка, если нам его открыть. Ага, вот он как выглядит внутри. Надо попробовать. Ничего, так вкусненький, сладенький довольно-таки, не знаю. Такое ощущение, что здесь вот как будто рис, но это не рис. Овсянка есть. Ну, в общем, такой вот вкусненький батончик на перекус со злаками. То, что нужно. Ну и также вот есть мюсли, вишня, мака. 84 килокалории в батончике. Еще меньше, чем в том. Ну, в общем, такие батончики на перекус. То, что нужно. Ну, еще, девочки, вот я взяла на пробу каша гречневая с тыквой и семенами льна с бамбуковой клетчаткой. 100% натурально. 3 порции вот в такой упаковке. 5 минут приготовления. Ну, это вот, видимо, просто залили и все кипяточком. В общем, очень полезная штука. Но насколько она вкусная, я уже потом буду пробовать вместе с вами. И мы узнаем. Ну, еще я взяла попробовать такой крем-суп бобовый. Хотя я смотрю, там такие всякие вот штучки через прозрачное. Что он прям, наверное, не совсем такой уж и крем. Вот, с копченой паприкой, с бамбуковой клетчаткой. Здесь 5 порций. Время приготовления 20 минут. Высокое содержание железа, фолиевой кислоты, пищевых волокон. Ну, я надеюсь, что это полезно. Но в любом случае, быстренько приготовить, если прямо вот уже спешишь и нету времени. Хороший состав. Ну, и тоже посмотрим, проверим, насколько вкусный. Но я вижу, что по крайней мере он полезный, как тут пишут. Вот для тех, кто на диете, то, что нужно. Или по-быстрому перекусить, если нету времени готовить. Куча дел, как у меня. Ну вот и все. А на завершение у нас тут что? Каталожик новый. На новый период этот каталог уже номер 01. Начинается он с 11 января по 31 января. Что-то тут новенькое может быть. Ну и всегда-всегда на все, не на все, но почти на все акции, скидочки хорошенькие. Ну, в общем, так. Ну вот мы посмотрели обзорчик Faberlic. Как говорится, моя мама говорила всегда, глаза боятся, руки делают. Откладываешь, откладываешь, лучше раз и сделать, не откладывать. Девочки, хочу вот эту шоколадку сейчас попробовать, которая на меду. Ту, которая другая, я уже ее пробовала. Вот это вот интересно. Вот она какая. Не видно ничего там, кусочков никаких. Сейчас мы ее раскроем, я кусочек хочу попробовать. Я пока сейчас сижу, вторую чашку кофе пью и допиваю кофе и побегу уже монтировать видео. Маленький кусочек. Вкус апельсина чувствую. Имбирь, лукума на меду. Ну, честно говоря, апельсин чувствую. Остальных ингредиентов я не чувствую, но это хорошо, потому что я, честно говоря, имбирь, вот вкус, не люблю его. Лукума, я не знаю, что она из себя за вкус представляет. В общем, хороший очень такой горький шоколад обычный. Вкусный такой, и с привкусом апельсинчика. Приятный на вкус. Лучше брать такой шоколад, если захочется, бывает, сладенького. О, сейчас уже нотки имбиря почувствовались. Немножечко вот это вот, какая-то перчинка его есть. Но такой, не сильный такой вкус, нормальный. Все, кофе запьем. И все, побежала монтировать видео, девочки. Ну все, девочки, с делами управилась, собралась, оделась. Иду, короче говоря, на стрижку, беру вас с собой, там вроде бы погода хорошая, выгуливаю вас заодно. Пойдемте. Ну что, погодка так вроде бы ничего, солнышко немножечко проглядывает. Ну хорошо, светло, и это хорошо. Чем больше света, тем как-то вот радостнее на душе.
А когда пасмурно, как-то грустно, да? Ой, свежий воздух, ветра нету. Хорошенькая погода, мне нравится. Все, девочки, идем стричься, короче. Вышла немножко раньше, чтобы пройтись, прогуляться по свежему воздуху. Чуть-чуть тут гололедик есть, но это дело надо обходить стороной. Идти не торопясь, аккуратненько, чтоб не подскользнуться. У нас, девочки, на той стороне дороги вырисовывается новый магазин «Пятерочка», строит. Вообще, вот это место у нас, когда я сюда еще только въехала в 84-м году, там был такой долгострой, строили кафе. Это кафе, не знаю, наверное, больше 10 лет не могли построить, я даже не помню, сколько лет. Был заморожен как-то это строительство. Потом все-таки это кафе построили. И, в общем-то, оно оказалось нерентабельным. Оно пустовало. И сейчас там разрушили как бы все до основания. Ну, крышу только оставили, стены. И я еще видела, что там какие-то витражные стекла. Думаю, наверное, будет какой-то магазин. Ну, теперь я вижу, что будет «Пятерочка». Ну что, здорово, «Пятерочка» тут с одной стороны одна есть, другая на той стороне дороги. Но это особенно тем людям, кто живет на той стороне дороги, им будет теперь удобно. Ну, как только они откроются, я обязательно туда зайду. Мне интересно посмотреть, когда магазин открывается, там все новенькое, все свеженькое, все красивенькое. Посмотрим. Так, ну что у нас тут? Зеленый свет загорелся, я иду через дорогу. Сейчас запрыгну я в автобус и пару остановочек я все-таки проеду, потому что ну, по морозу шлепать не очень-то удобно, при том, что гололед. Так что масочку надеваем. Ой, классно. Маску надела, говорить неудобно. Это у нас тут школа через дорогу. Еще одна школа. Ну вот я и доехала. Очень даже быстренько. Ну все, сейчас занырнем внутрь. Ну и все, я, наверное, вам показать ничего не смогу, потому что там в маске буду. И уже когда подстригут меня, покажу вам, что получилось. Смотрите, какая милота. Висит на стене такой снеговичек симпатичный. Вот я бы себе тоже такой бы на стеночку повесила. Красивый. Вообще все украшено, так все красиво. Везде. Там внутри елочка стоит. А вот Дед Мороз, смотрите, какой славненький. Тоже такой хорошенький, да? Тоже интересный. А это кто такие? Это тоже, наверное, снеговички такие. Классненькие, прикольненькие. Ну и елочка, конечно же. Как же без елочки? Красиво все. Прямо предпраздничное настроение. Ну все, вот так вот я подстриглась. Вот. Смотрите, какая красота. Все классненько. А сзади покороче сделала. Сейчас. Вот, видите, сзади покороче сделали. Ну все. А то сейчас шапку одену, домой приду, уже показать вам не смогу. Все. У меня уже тогда сомнется, полнется. Ну, как здорово, да, девочки? Ну, вот просидела в маске все время. Так мне эти маски уже надоелись. Везде маски. Все, домой. Ну, вот, девочки, я уже дома. В общем, короче, я уже говорила вам как-то, да, что обычно в салоне волосы, они просто так сильно вытягивают, что они прям голова плоская становится. Но это для того, чтобы можно было аккуратно сфилировать. Но я уже сегодня голову мыть не буду, потому что она уже у меня помытая. Завтра, наверное, помою и уже уложу по-своему, чтобы здесь какая-то пышность была. Ну, вообще подстригла все аккуратненько, всю чулочку укоротила сзади. И вот здесь вот я укладываю чуть-чуть по-другому.
Ну, в общем, вот так вот все. Здесь сильно она ничего не укорачивала. Просто, я говорю, немножко освежить и все. Вот. Так что я домой пришла, я все уже доделала свои дела. И прилегла сейчас смотреть телевизор. Созвонилась с сыном. Он говорит, сегодня Настю забирать не надо. Там ее заберут. И, в общем, я уже так поняла, что все мои дела на сегодняшний день сделаны. Мне делать больше нечего. Я сейчас лягу, включу телевизор. Но я сейчас несколько роликов посмотрела, дочки там своей. А я, когда в салоне еще сидела, она там в голове копошится, а у меня прям глаза закрываются. И я уже думаю, надо включить камеру и что-нибудь сказать, потому что я сейчас лягу, и я могу уснуть, что-нибудь включу, и могу уснуть. И сегодня уже не показаться вам на глаза. Вот, так что, девочки, вот так вот. Завтра причесочку я немножко подизменю. Завтра у меня уборка по дому, в общем-то. И все. Ну, а сегодня, наверное, уже все на сегодня. Ничего больше делать не планирую, буду отдыхать. Если что-то будет интересное, я включусь, но вряд ли. Всем доброе утро, девочки мои. Хотя уже и не утро, хотя уже, можно сказать, даже день. А с утра я сегодня встала пораньше, стиралась, купалась, убиралась, пылюку везде повыгребала. В общем, чистоту навела. Все, свежий воздух в комнате, так хорошо, так приятно. Вот, и вот сейчас я переуложила уже волосы по-своему. Вот, ну, в общем, нормальная стрижка, все сделали хорошо. Я вам просто вот показываю. Челочка, она очень быстро отрастает, поэтому по бровке она мне челку делает, и все сзади, все хорошо. Все, я всем довольна. Что у меня на сегодняшний день? Сегодня суббота, сегодня корпоратив у сына с невесткой. Они мне приведут сегодня Настю днем. И, в общем, мы будем весь вечер с Настей вместе находиться. Чем мы будем заниматься, не знаю. Что-нибудь придумаем. И если что-то будет интересное, я обязательно вам сниму. А я уже пообедала и решила еще выпить чашечку кофе. Ну, а пока Насти нету, сейчас пойду включу какой-нибудь фильм, какое-нибудь кино, что-нибудь посмотрю, отдохну немножко перед вечером. И потом с Настюлей будем чем-нибудь заниматься. Девочки, ко мне Настюля пришла. И вот мы одели ей вот этот костюмчик, который я заказывала в Васильке. И носочки, вот она захотела розовый под цвет фламинго. Носки там разных цветов. Настюля, покажи сзади, как выглядит костюмчик. Ну, смелее поворачивайся. Вот, хвостик убери, покажи нам спинку. Вот такая вот оборочка симпатичная, она очень хорошо смотрится. Ну все, поворачивайся дальше. Все, нравится костюмчик? Скажи, нравится. Нравится. Ну все, молодец. Все, Настюля принесла уже кучу игрушек, целый рюкзак. Куколки, бусы бабушки, бусы себе. Куклу взяла, все. Короче говоря, Настюльке есть чем тут заниматься, чем играться. Ну вот мне нравится этот костюмчик. Настюля будет теперь в этом костюмчике у меня. Он у меня останется, и будешь приходить ко мне переодеваться в этот костюмчик, да? Да. Ну все, умница. Кушать хочешь? А что? Я могу тебя накормить чем-нибудь. Ну ладно, сейчас подумаем. Ну показывай, что там на тренировке, чему вас научили. Давай. Молодец.
знаю. Я даже на коленях могу. Ну, молодец. Вот так. Я воду поводу сделать. Вот так. Ой, смотри, что это. Я могу так вот делать. Я могу положить мишку вот сюда. Ты его далеко положила. Ну, молодец, молодец. Ну все, давай мультик смотреть будем. Я плачу потому, что вы вовсе дикий. Конечно, нет. Меня зовут Клаус. Но девочки, включила я Снежную королеву 66-го года в фильм. И мы вот с Настюшкой с удовольствием его смотрим. Завалились вот тут на диване, да, Настюля? Нравится тебе эта сказка? Хорошие раньше делали. Мальчики, его забрала Снежная королева, сначала превратила в вредного, а потом лакей вырос. Да, вот все ясно и понятно ребенку. Это наши советские такие вот сказки были. И я в детстве любила смотреть. И вот сейчас включила, мы с удовольствием смотрим. Классно. Девочки, смотрю фильм, думаю, что-то вроде не так, как было раньше. А он не был настолько цветным. Он, я не помню, либо он черно-белый был, может быть, цветной, но не настолько яркие краски. Это видно, его уже сделали, вот уже так по-новому переделали. Ну вот и все, мои хорошие. На этом вечер с внучкой завершился. Посмотрели мы с ней «Снежную королеву», старый фильм 66-го года. Потом еще включили, посмотрели «Королевство кривых зеркал». Я еще потом вспоминала, думаю, какие фильмы еще старые, хорошие фильмы, которые действительно ребенка чему-то учат. Ребенок с удовольствием смотрится. Это не какие-то там бешеные вот эти американские непонятные фильмы. Вспомнила фильм «Три толстяка». Вот эти фильмы мне очень в детстве нравились. Потом еще фильм «Малахитовая шкатулка». Я думаю, включим как-нибудь другой раз, когда внучка придет. Только вот я не помню про «Малахитовую шкатулку». Он так и называется, «Малахитовая шкатулка»? Или он как-то по-другому этот фильм называется? Если по-другому называется, то напишите мне, кто помнит, как называется тот фильм. А также я еще вспомнила фильм, который мне нравился вот в детстве тоже смотреть. «Приключения Маши и Вити» или это новогодние приключения нашей Маши и Вити? Нет, наверное, не новогодние, просто приключения. Еще сказка «Мария Искусница». Ну вот можно вот эти вот фильмы найти в интернете и посмотреть с ребенком. Что еще я забыла? Какие еще из этих фильмов тоже вот тех годов, если кто помнит, какие-то сказки такие добрые, приятные, чтобы ребенок с удовольствием смотрел. Напишите мне в комментариях, кто помнит название каких-то из таких вот старых сказок, фильмов или полнометражных мультфильмов или фильмов. Мы с удовольствием посмотрим. В общем, хорошо провели время, родители отдохнули, внучка отдохнула у меня, я с ней с удовольствием тоже посмотрела вот эти сказки. Ну, а на этом я хочу, девочки, видео свое закончить, чтобы оно не было слишком длинным. Но до Нового года осталось еще у нас 5 дней, поэтому я еще буду влог снимать. Скорее всего, уже следующий влог выйдет, может быть, после Нового года, в начале января. Ну, на этом я хочу с вами попрощаться, с наступающим вас поздравить. Возможно, я поздравлю вас отдельным видео, если получится. Жду ваших комментариев. Кому видео мое понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. И до новых встреч. Пока-пока!